Буквально недавно все каналы сообщили, что внук Пугачевой получил повестку и его сразу с репетицией забрали в военкомат. Это оказалось неправдой. Внук Пугачевой повестку не получал. Журналисту одного крупного издания удалось поговорить с Никитой. В телефонном разговоре он рассказал, что повестка ему не приходила. «Я дома и вообще не собираюсь никуда идти. Пусть идут те, кто это затеял, их сыновья и депутаты, а мне это не надо. Мне от этого Крыма ни холодно, ни жарко. Вернуться оттуда в цинковом гробу или инвалидом никак не входит в мои планы. Я не хочу, чтобы потом мне запретили выезд в другие страны. У меня есть вид на жительство в Америке, куда я хочу вернуться. Почему дочери Лаврова, Машкова, Родниной там живут, а я не могу? Я не хочу губить свою жизнь ради чужих амбиций. Я не хочу идти в другую страну с оружием. Если, как говорят по телевизору, там ущемляют русских, то пусть эти русские приезжают в Россию. Россия большая страна, и места в ней хватит всем. Русских много и в Америке. Нам что, надо их идти туда освобождать? Как мне кажется, все бегут из России, и мало кто возвращается из Америки и Европы и других стран. Наверное, это о чем-то говорит. Если меня заберут силой, я сразу брошу оружие».